Димитровграде не должна повториться история Корсуна. Об этом заявил Сергей Морозов во время своего визита в город. На данный момент в Димитровграде зафиксировано 4 случая заболевания коронавирусом. Все заболевшие в больнице в удовлетворительном состоянии. Также под наблюдением медиков находятся еще 4 димитровградцев. 3 с диагнозом пневмонии и 1 с признаками ОРВИ. Всего по Димитровграду зафиксировано 64 контактных лица. Хочу сказать вам, что вот сейчас проехал, посмотрел, приличное количество людей. Это адресует в том числе и начальнику управления внутренних дел. Приличное количество людей, которые стоят кучками, о чем-то живо разговаривают, нарушают, так сказать, все режимы самоизоляции, в том числе социального дистанцирования. А чего вы ждете-то? Глава региона отметил, что на областном уровне в ежедневном режиме налажена связь с соседними регионами, идет обмен информацией. Такую же работу необходимо настроить и димитровградским чиновникам, чтобы знать полную картину происходящего. Напомнил губернатор и про уголовную ответственность за халатность. Необходимо продолжать исследование населения. По сегодняшний день уже проведено 5836 исследований. Это данные сегодняшнего дня. Значит, работает на сегодняшний день у нас 5 лабораторий, которые занимаются диагностикой коронавирусной инфекции. Это Центр гигиеноэпидемиологии в городе Ульяновске. Это областная клиническая больница, лаборатория ФМБА в Димитровграде, городская поликлиника номер 5 в городе Ульяновске. И уже вот в течение 2 дней уже проводят исследования лаборатории на базе университета. На данный момент лаборатории по выявлению коронавирусной инфекции проводят около 500 исследований в сутки. В планах проводить до 1000 исследований. Наша задача сегодня исследовать не только там контактных, и уж тем более, так сказать, у которых есть подозрения, но и наша задача уже, так сказать, начинать, в общем-то, полноценное всеобщее исследование, потому что почему растет заболеваемость. К запуску еще 4 лаборатории – областной детской клинической больницы, городской больницы номер 1, кожно-венерологического диспансера, центральной клиника медико-санитарной части.